Коба, ну, именно в РНЖ, была. Потому что я видел, как Коба умудрялся бурей кливать бесов. Вы хорошо. Парни, знаете, вот я спросил у ДЦшника, вот он позавча только убил копыта, вот он был на в это шутили, и у него в миле не падало. И в миле не кидало, короче, да? Да, нет, насколько я видел. Ну, все, значит, вот позавча убили его. Ну все, давайте так попробуем с человеком, который дальше. Сейчас поймем просто и все сейчас как. Не будет кидать, значит, заебись. Будет кидать, будем менять, похуй. Короче, хожу, поешь, хожу, рыба стоит, покушай. Нет. На кого метка будет кидаться, буду говорить, на всякий случай. Да там, если не на тех, на кого надо, это вайп. Да похуй, ну почему вайп-то пробовать, можно комнату. Потому что выходит бес, ты пропадает ДПС у тебя и все. Да похуй, комнату-то надо пробовать закрывать. Да, ну кто попробует закрыть? Тут для этих комнат специальные люди, которые готовы. Все, пошли. 4, 3, 2, 1. В стеночку встали. Давай, Геру. Слева Ганнибал, АОЕ стан. Не отходи, семечко на мне, Войд, так что терпи. Угу. Бля, они все равно в РДД зону пошли. Они сейчас там взрывают. На Кобе. Здесь. Забираю босса. Да, мечка. Сини с него, бля. С кого? С Каннибала. Давай, гиба. Коба, будешь заходить, скажи обязательно. Угу. Каннибала у Естана, ага. Да. Бля, они все равно проходят мимо нас. Локал, можешь чуть правее? Скажу. Давай, заходи. Локу правее встань, пожалуйста. Ебать, у нас бесы появились злобные. Кто-то семечко взорвал. Да. Бейте бесов. Сыграйте в бесов сейчас все, чтобы они пропали. Иначе они нам больно делают очень. А мне метка. Ой, стан, я не бал. Блять, меня отпиздила хуйня на бесе. Еще появился, по-моему. Вон дохуя появился. Аркрайт есть? А, КД. Войд, как не будешь танковать, да? Сейчас медитировать буду, прохильте. Там не, это вайп. Некогда, да. Это вайп. А как так? Мобы тупо бегут мимо, им насрать, и они под станом не умирают? Они на меня бегут. Да, даешь лужу, а монки эту лужу просто своим ДПСом нивелируют с легкостью. Ну хорошо, а раньше нету, ты нету, а раньше, видишь, ДПСов, что... И раньше видишь, в чем суть. Они проходили. Тут, грубо говоря, чуть-чуть смещаешься, да и лужу. А раньше они шли просто вот прям вот сквозь нас, у них выбора не было. Мы пить, ну, пока они сквозь нас идут. А сейчас они сбоку нас обходят. Ну, вот, хорошо, кстати, давай мы зажмемся в угол. Парни, кстати, у них три метки на ловлю. На ловлю чего? Ловлю. У них три человека ловили метки. Ну вот я сразу говорил, три метки надо ставить. А смысл в трех метках? Ну, сейчас я скинул. Да я уже это... Мы смотрели. Сколько просмотрено, сколько переговорено, все по два всегда ловили. Ну вот, люди, которые закрыли, ну, стримы кидали, да, у них три метки. Две роги и кто-то еще. А, нет, я собрал, не, он кинул просто три метки, но ловили только... Так двое и будут ловить. Они стояли, короче, скорее всего, семечко выносить метка. Они стояли в боссе, короче, и его вот тупо рядом со столом. Ну, я вот, понимаешь, они стояли в боссе по той причине, что там очень сильный ДЦ. Очень сильный. Гораздо сильнее, чем Женек. Ну, там мобы заливались моментально. Ну, хотя хуй. Да. Ну, короче, похуй, я передумал крест. Сейчас крест так стоит, что мобы будут бежать через вас. Ну и все, и череп могу даже подвинуть, чтобы они отбегали. Локал чуть-чуть правее, встань тоже квадратом, ближе к свечкам чуть-чуть. Вставал, ага. Вот так вот. Все, они... нормально будет, стрим в кресте, блядь, и не тупим. Рыба? Ставили рыбу, нет? Нет, сейчас поставлю, забыл. Сколько мы тут еще планируем сидеть? Ну, блядь, пока у меня фласка не кончится, 38 минут. Угу, до пол.
А что, еще вы дальше не будем сидеть? Ну, траем пока. Что я понимаю, что Ганнибала прошло время немного. Может быть, попробуем все-таки монки с шаманом? Да пока надо выстроить тактику так, чтобы у нас изъянов не было. В принципе, вы закрываете просто норму. Я о том, что типа, ну, Коба и Ганнибал вдвоем будут закрывать быстро бесов. У Кобы-то ОМЕ. Ебать, там вообще-то нахуй монки дамажит. Больше Кобы будет дамажить, я тебе говорю. Он дамажит, блядь, 28-24. Нет, нет, вы смотрите, о. Типа, у Ганнибала пиковых бесов больше. Короче, вот так вот. Чем у меня. Ставили. Ну это понятно, что Ганнибал в них прям играет. Но ты вносишь охуевшую лепту в ДПС. Нет, понятно, ребят. Просто смысл от этих меток какой. Типа, может быть, они то метки вносили. Ладно, забейте. Давайте пробуем. Подожди, сейчас стой, сейчас зайдут. Заходите, да. Хожу. Алло. Хожу. Он АФК просто. Хожу, прием. Ну он просто видео смотрел. Че, гулять? Полетели, побежали. Встали в крест. Ну, бля, близко подвели. Он же чарик. Все. Блять, ну ладно. Встаньте на краешке креста, вот здесь, где я стою. Дайте Геру. А, ну да, дайте. Мне только не даст. Блять. Ебать. Ну да, хуильня. Дал? Когда далеко мы без. Взрываемся нахуй. Надо босса ближе держать, мне кажется. Надо переделывать, да. Перебегите за мной, перебегите за мной, РДД. Все, в меня вставайте. Метка на мне. Я вижу. Какой-то забираю. Локл, сейчас от локла будут лететь бесы, я сейчас застану их. Вот, ну тебе семечко терплю. Захожу. Добегай, все дал, зубы. Со стороны локла. Ганнибал сейчас стан даем. Угу. На мне метка. Вышел. Спанида, не умри. Бать. Стан дам. Семечко на мне будет терпеть долго. Угу. Тоже Ганнибал, молодец, целевает. Прохильте, прохильте, щит ПС-ку, я захожу. Давай. Медитирую. Метка на мне. Что-то дикий бес там какой-то живет, блядь. Ебать, как долго. Он далеко стоит. Ты забрал? Сейчас, ну, сейчас. Попроси кого-то, я не могу сейчас на это смотреть. Ну, заливает по возможности. Локал, залей, как увидишь дальний. Да он уже все умер. Меня прохитили. В смысле умер, я вышел. А, все, дай мне ФПС. Захиливайте. Не... Захожу. О, ебать. Давай. Массакру сдаю. Метка на я мне. Не успел даже шарик поймать. Ты рано зашел. Не на блок, да? Я же сказал, захожу. Все просевшие были. Ну вставай быстрее. Не, это семечко. Гоу я на шамана зайду. Блять. Да, давай реально пусть монки попробуют на шамана, типа он будет в комнату заходить, а Коба с Ганнибалом будут стоять без этого. Давай, ну а сейчас да, нормально, да, сейчас не летели будет. Куда не надо метки. Типа, да, кстати, сейчас не стоит. Летели, но по-прежнему сложно. У нас давай, здесь. давай по-другому. Давай сейчас это у входа будете танковать, тогда больше будет места. Нужно вставать ровно так, чтобы гарантированно прям бежали в нас. Потому что тут мы слева стояли, тут... где в метке хуёво было. Ну, то есть последний, где умер. Да, вот сейчас хуёво, тяжело. Понимаешь, грубо говоря, они стоят на, ну, прям широкий радиус друг от дружки. Я понял. И мне приходилось то слева. Это то же самое, как в первый трай сделаем, только зеркально на вход и все. И когда мы, ну, грубо говоря, когда мне приходилось смотреть, куда, в кого летит метеорит, чтобы, типа, передвинуться и кинуть лужу. То же самое приходилось Войду смещаться. Ну что, давай монки в шамана тогда, а Коба пусть в миличниках стоит, бьет. Ну, это единственная возможность просто попытаться убить босса, хотя бы... Не, почему? Не понимаю, почему мы вот так не можем убить?
без шамана. Ну потому что, смотри, не хватает смотри, урона в мелизоне. Паладин ретрик наносит больше в бесы. Оба стали живые оставались, стали их убивать или что? Они долго да, вот. Живут. Они очень долго грубо живут. Грубо говоря, два паладина... Почему ты не можешь в мелизоне стоять, если бесы к РДД бегут? Потому что в мелизоне бесы стопроцентно взрываются, а в РДД, как бы, они, по идее, туда не должны добегать. Вот тут на тебя кидается семечко, как у Лока способность есть. Если в тебя определенный урон влетит, то семечко взрывается и появляются два беса. А бесы, когда их убивают, они взрываются, вокруг себя на 4 метра наносят АУЕ. Для этого никто не подходит, кроме тех, кто их заливает в мелизоне. И можешь... при взрыве, да, договаривали. Прости, что перебил. Тут просто самое главное тебе нужно знать. Если на тебе порча не висит, ты можешь спокойно бить автоатакой и регенить ману. Только если на тебе не висит порча. Ты будешь просто больше урона получать. Ты сам будешь отваливаться. Не, ну, ну просто огромное количество маны автоатака резает. Просто титаническое. Ну, я говорю, он будет короче, отваливаться. Так вот, Жень, тебе вот смотри, в чем логика того, что сейчас монки за шамана. Коба становится в милишниках, и они вдвоем с Ганнибалом бьют я бесов. Я понял. Я просто думал, нет. Что с бесами все успевают заливать. А вот нет, ну, нет, не там прям вот писечка остается, грубо говоря, заканчивается стан, и им нужно сейчас будет чередовать, друг дружку говорить, я буду по возможности их подходить, ну, если не получается, дублировать. Ну и так но вот там... и получится, что типа два ретро-паладина, они больше наносят. Я понял. Же Ганнибал... Я просто не вижу, много остается. Ну и все, амонки тогда закрывают комнату. Просто не уверен насчет семечка, что какие-то ебаные свечи на это влияет. Не уверен. Ну сейчас нет, прям, сейчас прям никого ставь, не кидало, прям, нормально прям, было. Прям поставь ветки, прям вот в упор к, тогда к свечкам, пожалуйста. Вот прям чтобы. А наоборот, реально... их надо дальше от свечек, блядь, ставить. Тогда опять нам придется перемещаться. Чем шире ты делаешь угол, грубо говоря, отсюда, тем тяжелее нам ловить бесов. Поэтому максимально близко, но не в них. Чтобы прямая, не, ну чуть-чуть сместить квадрат, конечно. Чё, блядь, сейчас АФК гейминг. Так еще проще тогда вот сюда просто квадрат поставь, все, блядь. И сбоку. Там то и суть. А чё, по сути, опустим вот с одной сюда. Стороны. И будут они бежать по прямой линии к нам. Вот сюда крест. А мы встанем вот так вот. Вот сюда да, крест. А там метеорит в АУЕ наносит, а, ну там не достанет. Не, Жень, смотри, вот сюда крест поставь, по сути, встаньте да, сюда. Да, прямая линия будет. Вот и все, и заебись. Они прям через нас будут бежать. Ну, Тури, крест сюда, мы где-то здесь стоим, вот здесь. Че, я же все выставил уже. Вот сюда не, крест, крест, вот сюда. Сюда крест поставь, охуенная будет тема. Будет стопроцентно. Ты, грубо говоря, квадрат ты можешь поставить куда-нибудь вот сюда, вот сюда, а луну, ну, чуть-чуть левее. Череп вот там, ну, сместить. Блять, даже вот сюда можно куда-нибудь тут квадрат заебись. Поставить. Нет, валяться. Нет, смотри, надо, чтобы меньше угол был. Типа, я не знаю, как бес реагирует на стол. Если он на столе появится, он с него слезет и добежит до вас? Нет, чуть-чуть квадрат сюда. Блять, меньше угол будет. Так они друг друга дамажить метеоритом не будут ли? А вот эта свечка, вот эта свечка будем... с черепа заэвэйдится. Согласен. Думаю, вот сюда прям под стол. Не, я думаю, на стол там боссы, бесы вообще похую им. Треугольник нужен, чтобы бежали через отметок, через босса. Вот так, да? Норм, да? Давай еще подальше да, квадрат. Ну да, луну можно чуть-чуть ближе к свечам, прям чуть-чуть. Возьми монки, давай пока засумоним, пока будут ставить. Какой-то шаман написал, блядь. Ну, примерно так. Ну тот, кто будет в луне стоять, ему нужно с края луны стоять справа именно. Ну, когда будет смотреть на босса. Правее. По идее, все. Вот так вот должно быть. А если РДД вообще вот сюда залезу, будет какая-то проблема? Хуй знает, попробуйте. Ну, наверх, типа, все залезут, РДД и все. Опять, блядь, заебал читерит. В углу залез или здесь с края? Да вот, блядь, вот здесь ступенька, вы что тупите, блядь? Ай, это... Сука! Давай, да, ради прикола попробую. Не, тогда вот так вот сюда, наверх. Да нахуя, нахуя. Чтобы прямая была. Так мы сейчас, блядь, выстроим нахуй прямую что-то. Монки, ты в луне. Что да, ближе знаю, к боссу. Да. Да и все, в принципе, все остальное так же. Нет, а там. Ну хотя ладно. Я тут кольцо проходило, по-моему. Ну тогда получается квадрат где-то вот сюда, к столам, прям, да? Вот сюда.
Да нормально все стоит, что ты доебался? Нет, нет, прямой между луной и черепом не будет. Так у нас он... и не надо, блядь, прямая. У нас ровный угол получается, блядь. Что-то ну, луны, что-то квадратно. Алло. Ну там давай, чуть-чуть погрешность, блядь, чуть-чуть. Короче говоря, тут я луну прям, да, чуть-чуть бы сместил бы. Не, ну сильно, наверное. Да похуй, давай. Да заебали вы с этими миллиметрами, блядь. А мы сами станем просто и все, блядь. Вот именно, что вы там мутите? Хуй с вами. Мне, там, мне оттуда будет лучше видно, а, есть у меня лос или нет. Это, Валера, ты его, короче, веди, ставь, а я стоунчу и ягро начну добирать там трёпкой. Увечьем. А чё, где рыба ебать? Хуба, блядь. Без рыбы нахуй. Мне нажимать я шаманическую ярость? Вне конечно. Порталов? Не, в ней не надо. Окей. Потом когда минута же, да, по-моему? Да, 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 минута. Ты должен быть машина. Шамана, ёп. Только в портале. Ты по возможности тотем заземления ставь по КД, пока стоишь здесь, чтобы, ну, хоть как-то ловить эти атаки бесов. Я лучше мелихаст поставлю паладинами все. А, аргумент, аргумент. Так, ну все. С талантом. Сейчас будет забавно нахуй, если он просто заевайдет, блядь, все. Кажется, вы что, ебанутые, пошли вы нахуй, блядь. Так, типа, Нида, ты можешь, в принципе, вот здесь стоять, залезть на самый краешек, даже автоатака, где будешь доставать. Локола ты раскидал, как удобно, там он варген у нас, ебать. А ты мне помощника дал? Да. Угу. Только что дал. 15 часов. Че там 2% ловкости-то не хватает? А, у нас два паладина нахуй разъебут. Аркрай, тут здесь, здесь, по книжечке, оп. Какой книжечке, там от обычной ступеньки залетаешь? Охуй. Я даже не заметил эту ступеньку, ебать. Ебать, тактика у нас охуеть. Если что, можно на вот эту свечу залезть будет. За чай плюс 15. Плюс 15 за чай. Хуя себе! Для чего мы сюда залезли? Чтоб видно было лучше, ебать. Да, РДДшники только залазят, только РДДшники. Ты счастливчик, у меня последние реги были. Стоишь в квадрате и просто ебешь этих бесов. Так, давайте по очереди. Ну, первый давайте. Первый сдает стан по бесам Коба, а второй Ганнибалов. Когда сдаете стан, пожалуйста, озвучивайте это, чтобы в случае чего было слышно. Следующий человек приготовился. Ну, Коба пусть поуправляет станами, скажет там кому-то. Типа, он... Говорю, просто озвучивайте. Все, готово? Давай уже разъебывать, сука. Я уже, блядь, давай быстрее. Все-таки начну накидать. Нет настоя. Ганнибал, Войд. Ганнибал заканчивается. 5, ты это приведешь, 4, я стончу там начну. 2, 1. Геро. Все. Бля, хожу. Ты сильно чего, ебуришь. Ты сильно ебуришь, не успеваем. Ну дайте ему сальвы, блядь, заебали. Пусть ебурит. А, ебу, таунт ебу, почему-то да. Мимо, таунт почему-то мимо. Раз, два, три, раз, два, три. Пробуй. Я таунти, таунти, таунти. Я набрал. Ну, я сдал таунти. Отведите его обратно. Метка на мне. Вижу. Ой, Коба разваливается. Теперь милики сильнее, конечно, разваливаются. Ты ой, Манки, не умри нахуй. Так, забирай, босс. Прохили меня повязку, давай я захожу в медитацию. Зашел, давай, все дал, лёгкий. Ушел. Бля. Убейте у меня тут моба, беса. На Ганнибале, на Ганнибал, выйди, Ганнибал. Ганнибал, выйди, выйди, выйди. Выбеги, выбеги быстрее. Ну попытаешься закрыть комнату, опять же. Как это произошло, блядь? Знаю. Ганнибал, ты что зашел и не сказал, что заходишь? Или что? А, это тебе не достаю хилом. Пока еще он не он далеко. Да, он еще поближе подойди. Я подойду. Поближе. В свечи, взойди в свечи. Похуй вообще. Забыл. Забирай. Я вышел. Ганнибал сдох. Ну. ВР его надо. Давай, давай я его таунчу. Давай я таунчу. Я БР. Давай быстрее, Ганнибал. Вставай, 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 Ганнибал. Я же жду, когда ты встанешь. Аркрай, дай ему лап. Ему отдал. Я стан уже отдавал. Отдал я. Я умер. Кто умер? Не-не, все в порядке. Сука.
Большой бес. Умираю. Меня убивают. Я сдох. Ты в комнате сдох? Значит, метки опять как-то не так поставили. Блять, залупа, сука, ебаная, ебаный босс. А почему я умер? На Ганнибала метка. Мы не прохилим, что ебать. Давай Монки рез и Аркрайт. Посмотрим, что дальше. Так, 7 стаков избавил. Ой, Валера валится, ебать. Да, стаков дохуя. Держу. Вы нас вообще не напрягайте. Перенимайте, как только у вас слетели на ком-то из вас. Ганнибал опять сдох. Это что, метеор, да, был? Да. Не знаю, да. Мы не успеваем прохилять просто. Это метеор был. Метеор просто пол хп метка сносит, и метеор. Вот. Рот ебал этого забираю, босса ебаного. Забираю. Да хули забираю. Да он умер, блять. Понял. Что, диван даю? Да. Да, давай. А, не бейте, пожалуйста, с пулу. Бля, ну мы хилим моба очень много, на самом деле. Мы прям стараемся, но когда там начинают не туда метки лететь. Еще 2 милика сейчас взрываются, что тоже хуёво. Ну, они так и должны взрываться. Ну, раньше-то меньше было. Как пройти ну, этого босса? Сейчас какой-то бред пошел, типа, потому что бесы вообще не заходили к милишникам. Они тупо вставали поодаль, типа, между Монки, например, и боссом посередине. И милишники может, убегали. Мне кажется, в этот момент Ганнибал и поймал метку смерти. Может быть, все-таки стоит слезть сверху, блядь. Да. А при чем тут это? Вы-то тут при чем? Ну я хуй знаю, он таунтить не мог босса. Да, таунтить. Таунтить не мог. Мы не могли, потому что да, он и выбирал ту цель, которая наверху, это понятно. Но мы с вас и не должны таунтить, вы просто не дали. Так вот мобы может появляются, и огромно хиле, например, они такие, а я не могу туда забежать, я буду кастовать. А, аргумент. Вот. Поэтому давайте тогда срезу. Падайте. А может вообще дайте. Всем надо зайти на эту платформу нахуй и там стоять, блин. Там он сразу в лос будет уходить сразу. А вот так если станем и, блядь, не ебать мозги, а? Чтобы они бежали, блядь, напрямую в кемп. Куда? Заебал. Вот, я скинул картинку. Ну вот я, это да, идея. Опять типа, твой художник. В том-то суть, блядь, что нам нужно прямую, более тупой угол делать между да. метками. Вот в чем прикол. Тебя, да, видишь, получается треугольник. Они нормальные будут бежать. Нет, мы уже так пробовали. Давай нахуй, давай, знаешь как, свечками. С двух разных сторон встанем. Ты слева, я справа, и метки типа вообще ловусь. Вот так, давайте так сейчас попробуем со спущенным. Давайте еще раз вот здесь. Здесь нормально сейчас все хорошо было, прям огонь. Только что, они в углу будут стоять или что? Да, да, вот здесь стоят РДДшники, мы стоим вот здесь, а вон эти двое бомбезных человечек. Так, мы РДД не прям в угол забиваете, а вот здесь на краешке стоим. В чем проблема? В угол забит. Потому что там уже рейндж достаточно большой становится. Хуй его знает. И а, сразу ну да, не так, бейте, так, мы ведем босса, просто его ведем. Это не значит, что его нужно изо всех сил уже хуяриться. Ну там видишь, не таунтилось 3 раза, нахуй, конечно, это хуй. Там не таунтилось, это в лос, блядь. Просто надо было его хоть чуть-чуть успеть набрать игра. А так я тупо дал таун, блядь, 2000 урона и повел его. Это то есть, Панина, как бы смотри, я хила немного вкидываю, в основном на щитах, а уже оставшееся время я там закидываю рикошет и исповедь. Поэтому, если кто-то просел, не жди, что я его подниму, старайся сам его поднять. Обязательно метку захиливай, Степанина. Можешь танки не сдохнут нахуй, просто частицу на метку перебрасывай, блядь, каждую минуту и все. Да, она ебать сколько мана сжирает, ты че? Да похуй. Да не надо, пусть танков хилит. Два друида, так, блядь, синеры. Тебе, чтобы иннер дать, это подзаебаться. Край перепьешь, хотя бы алкаш, но если сильно жопнул. Да, так, а я саппорт выпью. А, да, саппорт. Тут больше важна выживаемость. Так, ну все, даю отчет, где там был съебанный. Ёбаный, вот именно что ёбаный, блядь. Сколько говно, блядь. 4, 3, 2, 1. Адиар, край. А, вот все, не доставал. Забирай. Подгорела я. Забирай. Не сильно ли мы близко к боссу? Вот жмитесь в угол, вожмитесь в угол, РДД. Вообще похуй. Хоба, стан. Ну, опять же. Семечко на мне. Вот танкуй. Ага. Угу, прилетело. Ганнибал стан. Забираю босса. Угу. На Ганнибале семечко.
Коба, твой стан. Да. Отлично, залили беса. Забрал, короче. Да. Прохильте, захожу в комнату. Давай, заходи. Семечка на мне, так что держи. Ганнибал стан. Нахожу метка. Хожу, выбеги. Что за хуйня, блядь? Ну попробуй его оттолкнуть. Хожу. Вот это что за дамаг? Это все, это пиздано. Это что было за дамаг? Это злобный бес вышел. Ага. Есть у тебя, кстати, умираю. Ну что, блядь, три метки пробуем, я хуй знаю. Давай, три. Ну как сейчас нахожу кинулась? А, в меня сейчас в хил не входил, и дикие бесы очень много так оставали. На мне 5 или 6 дебафов висело. Кинулась, потому что, смотри, технически... Тебя вообще бьют. Смотри, технически получилось. Монки стоит один дальше всех, а локал в комнате, нахуй. И он уже в комнате, а метка кидаться должна двух дальних. Ну, если типа по нашей логике, блядь. Так значит, ну, третьего, да, для этого и надо ставить. Я для этого и говорю, блядь. Третьего давайте, блядь. А уж, ну парни убил, двое ловили только метку. Не помню. Ну, там не такая логика. А двое, а стояло трое, блядь. Если логика не такая... Монки был. Монки был. Почему монки не поймал? На мне демоническое сейчас не было. Да не в этом. Он имеет в виду, что... Кидает на две цели РДДшные. Если одна цель в комнате, и он в это время кидает, то у тебя, по сути, в этот момент только одна РДДшная цель. Да. Ну. Да. Нет, смотри, ну, сейчас на Монки... Вот до этого мы с Кобой стояли, на нас метки поочередно кидались нормально, ни на кого другого не кидались. А сейчас на Монки метка не кинулась, поэтому она ушла куда-то в бас. Может быть, ты вышел из комнаты раньше? Значит... Нет, я не вышел, я был в комнате, когда метка кинулась. И на Монки метки еще не было. Монки, поэтому логика такая, что... Вот эти метки, которые мы сейчас поставили, как мы стоим неправильно. Тупо рейндж неправильно считывается. Вот и все, поставьте по центру, возле входа, где вы будете стоять, и мы с Монки стоим с разных сторон свечек. Ну давай попробуем, хорошо, давай попробуем. Ебать, как заебал этот босс, нахуй. Сейчас вот если мы поставим так, и он все равно кинется на того, кто в мелизоне, это вообще очко будет. И еще, ну вот грубо говоря, можно, да, на входе поставить. Грубо говоря, то же самое, что нарисовал Монки в Диси, только, ну, наоборот, с точностью. Что мы его сюда ведем ко входу. И тут возникает еще логичный вопрос. Монки, почему, как ты говоришь, тебя бесы кастуют? Ты я не должен знает. Генерировать игра. Ты, по идее, стоишь, как бы, блядь, у тебя ноль игра. Ты в курсе, что бесы, они сами выбирают себе цель? Давай посмотрим. Нет, эти не выбирают. Бесы, агра, они упадают. Шаман, которого они упали, он имеет ноль агра, ноль. Генерирует его хилы. Может, из-за тотемов? Хорошо, какие тотемы? Что? Какие тотемы? Ну я тотему поставил в кемпе. Силы земли ты поставил. Силы земли, исцеляющий поток и... О, вот, исцеляющий поток. Ну Монки, ну ёбано, как в первый раз. А, сука, блядь. Ну сорян, хули. Исцеляющий генерирует. Сори. Мана тоже генерируется. Вообще, убери нахуй воды. Огня тоже лучше нахуй убери. Оставь чисто земли там и воздух. Сопрот от огня можно поставить? Да, сопрот от огня. Ну, у нас аура стоит, какая нахуй разница? Да, можно ауру поменять на другую, блядь. Да, сейчас, и так секунду. Дохуя уже аур. 4 ауры, блядь. Сука. Сейчас, секунду, мне отойти надо срочно. Ебучий босс, нахуй. Как пока метки поставлю? Блядь, как с него горит, нахуй. Вот взять гнева пустоты, простой, блядь, понятно. Видите, тут красиво, тут очень красиво получается. Вот босс, вот видите, вот пиксель вот такой. А вон там кружки есть, блядь, по бокам. И мы на равном рендже будем ставить слог. Да. Я понимаю, что вы просто, ну, чтобы на равных ренджах были смонки, и все. Давай, где, блядь, я не вкуриваю. Вот в черепе вот босс. Где я стою, видишь? Вот здесь босс. Вот прямо тут. А вон там, видишь, вот эти глазики, сиськи, ну, подальше, слева справа, мы там стоим, да. Ну, подальше, наверное, немножечко надо. Да не, особо дальше-то не надо. Вот так вот. И... Ну, на всякий случай. Получается вот так вот. Сука, если сейчас Монки, как по заказу... Монки, короче, смотри, где будешь стоять, типа, вот, видишь, вот между, блядь, как тебе объяснить, крупным вот этим глазиком, вот этим. Да. И вот этим. Да. Это херня, да, вот да. Есть место, где они сочетаются. Да, я вот понял. Прям да, в нем, да. Я туда и встану, все. Вот, ага. Ну пиздец, блядь, босс ебаный. Так, я, к сожалению, чувствую, мы его сейчас.
Мы его когда убьем, блядь, мы его потом вообще будем убивать, мне кажется, изи. Еще на равно учимся. Да, 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 да. Но надо раздуплиться, почему? А рыба есть? Есть. Так надо придумать, чтобы хан влез еще туда. Раст? Ласт? Ласт страйки? У меня 13 минут ласка, давай 13 минут потратим. Ну вот это, блядь, это ласт страйк как раз. Какой ласт страйк? У нас будет литься 2-2,5 минуты пока. Моему для убийцы надо 12 минут. Короче, моему 30% снимаем за 2 минуты примерно. У тебя последний... Ты все, да? Да. Пробафали, все есть. Бля... Монки, ты где, луна или... Ну, давай на квадрат. Давай. Так, нормально, да, крест стоит, танк? Ну, нормально. Давайте. Может, мне нахуй тотемы не ставить, а? На всякий случай. Да не, ставь. Эти два ставь. Все, поставил, да. Ставь защиту от огня и мелихаст. И силы земли. У меня силы земли стоит у меня. Да, и силы земли. Я готов. 5, я знаю, 4, я щиты раскидал. 3, 2, 1. Геро. Блять, Моса, можете чуть-чуть назад? Назад куда? В череп или в крест? В череп, в череп. Сейчас он прокастует. А хуй там план кастует. Он сильно близко. Ну ладно, хуй с ним, забейте. Все равно мобов раньше ловите. Пойдет. Слева. Они... А, кто там, я не знаю. Я дал стан. Хорошо. Ганнибал, если ты стан тоже отдал, напиши. Или скажи. Может, нет, ты... Если нет, ты следующий забрал. Ты следующий стан. На мне метка. Угу. Слишком близко не подходите. Ебать, не оторвало. Ну сам добей тогда, если стоишь тут. А я там убил. Меня убил. Как я убил нахуй? Метеор его убил, блядь. Есть аркрайт, да? Я могу встать, я встаю. Давай. Вставай сам. Лапку дал тебе. На мне порчи пока. Вот что это за дома? Мы прям не прохиливаем, жестко вас разваливаем. Ты знаешь, что заметил? Когда кто-то умирает, демоны ебашить начинают сильнее, блядь. Вообще, да. Есть БР вот у тебя? Да. Дарил. Пожалуйста. Массакро. Да. Коба, вставай. Что-то ханта не стало, проблема с мобами появилась, да, я так понимаю? Похуй. А сейчас Коба просто умер. Опять Коба разваливается. Там вообще 6 дебафов. А что за они должны за стан умирать, а не кастовать. Залупа ебаная, блядь. Как меня бесит этот ебаный босс. Ну все, два злобных. Может быть, тогда просто все будут играть в мобов, да и все, и хуй забьет. Да в том-то и дело, я что надо всем играть. Я прохиньте ПС-ку. Да хули тут уже вайп, блядь. Не два успел. Злобных. Метка демона на мне. Да похуй, все, да, умираю. Ну, блядь, давайте тогда все бить мобов. Так их изначально надо было всем бить. Ну, спасибо. Просто, ну, блядь, похуй, да, пробовать. Я... Что, без тиры будем пробовать? Ну, блядь, а как мы без него будем пробовать? А как мы без него? У нас танка нет. Кона только есть. Кона есть здесь. А Кона вообще тут? Кона тут нету. И в игре его нету. В Дискорде тут нету его? В Дискорде его нету. Ну, пиздец тогда, чё. Тогда всё, нахуй, расход, еба. Подожди, давай напишу ему. Ебанутый босс, блять, с этими... Там деп... Да не ебанутый, надо просто, блять, приловчиться. Мне наоборот нравится, как боссы сложные, блять. Я понимаю, что сложно, но никогда, блять, когда я смотрю на хп Кобы, нахуй... Щелчок, и он умер. Потому что у него дебаф, дохуя. Ты ну, тоже в меня бесы так не хуярили, например. Я просто, нет, я хотя просто... Хотя у меня смотрю, огромное часто было на них. Я, конечно, не, может быть, не знаю, что-то не понимаю, но я смотрел вот сейчас только что видос. Появляются бесы, и они, сука, бегут, они начинают кастовать. Они бегут. И они пока не добежали, они бегут. Есть, значит, какая-то логика в том, как они бегут. То есть они на что-то, да, видимо, агрятся. Ну, возможно, что те, кто его убивали, они что-то не делали. Может, момент, они на столе. Может, они когда на столе стоят, и они бегут до стола, чтобы начать кастовать в челиков. Они, может, не видят их, поэтому к столу бегут. То есть ты имеешь в виду то, что вот Аркрайт скинул, типа расстановка такая, по той причине, что... Вот смотрите, вот на в Ютубе, да? Вот в Ютубе, вот в этот, как там, Брамир, вот этот стример, да, там, он, вот как они стоят,
Вот это я уже видел, я этот видос смотрел. Ну, просто на этом видосе, смотри, вот тут, если ты открываешь, вот банально, да, сейчас они начнут его травить. Вот, появляются бесы, они, блядь, бегут. Ну, вот просто они. Что, давайте вот, ну... Где там зорки? Чё тебе надо? Зорки на пенсии. Копы там не надо, как убивать? Расскажите мне. Что тебе конкретно интересует? Значит, метка, по какой принцип кидается метка демона? И как сделать, чтобы бесы из метеора бежали сначала до челиков в рейде и потом только начали кастовать? На столе стоять или что это надо? Стойте на столе, нормально там расстановка. Они стопудово метка... будут до стола бежать, да? Нет, не стопудово. Они в кого идут-то, в шипешку? Тут какая-то залупа. Ну, тут стали треугольником, блять. У ворот крестик, потом дальше босс стоит, и луна квадрат слева-справа возле свечек. Вот, ну, и хуя. Кидается. А как надо ставить? Ну, во-первых, те, кто ловит метку демона, они должны стоять на нормальной ранже от стены, потому что, блядь, в стенах бесы остаются, и не со стен потом нахуярят, когда больше 50-60 хп пробьете, блядь. Там будут у вас семечки ебаться, потому что эти бесы со стен будут хуярить. Метка кидается с самого дальнего, и на нем не должно быть порчи, семени порчи, то есть она всеми порчи не кидается. Угу. А сколько челиков надо? 3 тогда ставить? Ну да, 3 хватает. Ну либо 2 плюс 1 выбегает, если на тех семка, либо они заходят. А, то есть именно надо отслеживать, если семка на них, а если вот на двух одновременно, то стопудово кто-то третий должен стоять, да, чтобы на него метка делать? Ну, мелизон ебанет. Да, ну все понятно. То это стопудовая механика так, да? Блять, смысл тебя набивать? А то челики, ну, они просто не могут понять, я им 100 раз говорю, давайте 3 челика, давайте 3. Блять, раздуплиться никак не можем, метка кидается на челика в мелизоне, который типа не может закрывать. На хилов она, по-моему, не кидается, но она может на второго танка ебануть, и в этом будет хуёво. Ну да. Ну, то есть, что, в принципе, если танк выживает, мейн танк, ну, блядь, один из танков выживает, то есть, блядь, там, на 10-12 стаках, потому что, блядь, может быть и такое, то, блядь, пизда. Ну, короче, просто ну, вся суть, вся суть, что если 2 челика у нас стоит на рендже и 1 с порчей, то, ну, и второй, типа, в комнату зашел, то должен третий выбежать, да? То есть, или изначально 3 ставить, или чтобы кто-то выбегал. Ну, 3 хватает, чтобы семка не кидалась в мелизону. Не семка, а это метка. Ну именно. да, метка. А, ну все понятно. Ну спасибо. Сейчас я, блядь, постараюсь рассказать. Слушай, а если я типов убил 4 раза подряд, у них сколько сейчас рез по времени? Короче, да, алло, блядь, алло, я все узнал, алло. Слушайте, короче, да. Внимательно. Вот смотрите, я вам обещал изначально, блядь, 3 челика ставить на метку. То есть не луна квадрат, а еще 3-я метка должна быть. Либо отслеживать, если, допустим, луна зашла в комнату, а на квадрате порча кинулась, пока на нем порча, метка кинется только в мелизону, только в нас, либо на танка, либо на кого-то из вас кинется. Поэтому нужен третий челик. Типа рандом... один в комнату заходит, на его место выбегает другой человек. Ну, либо выбегать, дрочиться, либо изначально 3 челика дальние должны стоять. У нас здесь сейчас просто сетапа не было, столько людей поставить. Мы могли там ретрика поставить, например, но у нас вообще бы там в мелизоне ТПС не осталось. Зато не будет такой хуни, что кидается на кого не надо. Тогда у нас вообще бесы будут жить бесконечно. Ну, сейчас не от этого мы свайпались, например. Бесов надо бить всем, блядь. Ну, ДД, это не ДД, блядь, сова, не сова, блядь. Ну, проблема тогда вылезет в том, что мы будем босса бить 20 минут, и у нас просто мана сядет. Хули поделать, ну, значит, будем, блядь. Ну, тогда мы босса не убьем. Да убьем, блядь. Ну, вот мы когда... 20 минут, да, маны не будет. До 70% доводим, у меня, в принципе, еще 80% маны. У Хапала уже половина. Да ебать, да это все ресается, блядь. Ну да. Два друида ресается. Потом собака, потом, блядь, клятва ПКД, потом чё, блядь, гимн есть. Да дохуя чё есть. Да понятно. Ну, тут хотя бы какая-то картинка вырисовывается, что, блядь, ясно, как убивать, а не как в прошлый раз безыдейно отлетали. Да, до этого вообще пиздец был. Короче, и самое главное, челикам, которые вот эти метки ловят, им подальше от стены стоять. То есть,
поближе к свечкам должна быть эта метка на трех челиках на этих. Потому что если в стене бес на поребрик встанет, то ну, он оттуда не уйдет уже. Его придется выбирать РДДшником или точечно убивать. Ну я про это уже и говорил, мы так не встаем. Ну это понятно. Ну, ну самое главное три челика. Если типа... Сейчас мы убедились на самом деле, что нужно три челика. Да, мы с ним рады. Просто что может стоять двое, а если в миле ловят, то ему просто выбегать в луну, да? Так получается? Нет, ну, мили ну, не будут ловить. Ну это с этого спрошу нужен, чтобы можно было ну как, да вот я смотрю человека. Вот видео, вот у них два человека только далеко стоят. У них есть эта метка луна, но в ней ничего не происходит. Она для порчи, если на милика кидается порча, он выбегает. Все, ну что, вот что на видео, да, вот я скинул, там стоит два человека, не три стоит, и они его убили. Понимаешь, если видишь, челики не вдвух... Не выглядел никуда, они смотри. Стоят спокойно и босса билят. Если челики в двух метках, как ты говоришь, если один зайдет в комнату, а на второго кинется порча, то на второго челика, на которого порча кинулась, на него метка демона не кинется, она кинется в милизону, блядь. Почему? Потому что метка демона не кидается на того, кто с порчей стоит. Не кидается вообще. Да почему на меня кидалась? Ну, мне сейчас только что объясняли, что она не кидается. На меня кидалась, когда я стоял. И на тебе порча была, и кинулась метка демона? А мне была порча, потом метка демона на меня кидалась, спокойнейшим образом. Это должно в способностях писаться, что так не работает. Я вот тоже не знаю, но мне так объяснили. Либо разработчики должны были писать, на меня вешалась. Дауны ебаные, сука, ебаного босса придумали, блядь, жопа горит. Босс нормальный, просто что-то мы не улавливаем. Так, блядь, как мы не улавливаем, нахуй? Одни одно говорят, другие другое, блядь. В описании вообще какая-то залупа, блядь. Я тебе говорю, просто вот... вот не рассказывают, вот просто вот на видео смотришь, стоит только два парня. В печеньке и звезде, и все. Никто никуда не выбегает, вот они стоят, его просто... Понятно дело. У нас проблема, что мы никакую-то хитрость не понимаем. Да, да и все. Вот именно хитрость, блядь. Какой-то баг ебаный, нахуй. Говно, блядь. Сука. Пизду. Как-нибудь узнаем, нахуй, будем потом пугом тоже рассказывать сказки. А, блядь, ебать, встаньте там на поребрик, нахуй. Будем мозгом ебать, блядь, сука. А, пиздец. Так. Мне кажется, у нас вообще неплохо получалось. Да, только босса мы не убиваем, нихуя. Я, ну, ебать.